Юбилей все ближе. В Кирове продолжается не только ремонт дорог, но и объектов культурного наследия, сообщили в областном правительстве. В этом году в списке 25 зданий. Так, уже отреставрированы приказная изба, музей Циолковского, здание художественного музея, главный корпус казенного винного склада на Карла Маркса 18. Продолжается реставрация Репинского особняка, здание драматического театра, музея имени Грина, Вятского художественного училища, музея Салтыкова-Щедрина. Всего в Кирове 212 объектов культурного наследия. Из них 44 имеют федеральный статус, 75 объектов регионального значения и один объект культурного наследия местного значения, уточнили в правительстве региона.